Сегодня в 11:50 по среднеколымскому времени спасатели-водолазы обнаружили тело пропавшего мужчины. Об этом сообщает служба спасения республики. Напомним, 13 апреля на озере Сойбалах в Среднеколымском районе ушел под лед грузовик. Один из водителей смог спастись, второму не удалось выбраться из кабины автомобиля. Отметим, что в настоящее время большинство автозимников на территории республики уже закрыты. МЧС в очередной раз напоминает перевозчикам в целях собственной безопасности соблюдать установленный тоннаж на еще открытых ледовых переправах и быть осторожнее. Уважаемые водители, в очередной раз обращаемся к вам. Несмотря на все проводимые профилактические мероприятия, запрещающие, информационные, услышьте нас. Кто побывал в подобной ситуации трагической и кто остался жив, может быть, хотя бы они услышат и не будет нарушать и рисковать своей жизнью понапрасну.